обращение к тем матерям, матерям тех сотрудников, которые работают там. Знаете, знаете, что когда ваш сын выходит утром на работу с радостным лицом, он идет, чтобы пытать подобную вам. Он идет, чтобы похитить подобную вам, подобную тебе, мать. У нас тоже есть свои матеря, мы тоже боремся за свое убеждение, которое считаем правильным, подобно тому, как твои дети это делают. Но тем самым, как бы далеко ни зашла вражда между нами, в Аллахе мы никогда не посягнем на честь женщины, никогда не посягнем на твою личную, на твою честь лично, о мать сотрудника, о мать того, кто продал свою религию. Неужели тебе не стыдно, когда твой сын уходит на защиту этого режима, на защиту этой республики, которая просто-напросто уничтожает, унижает, оскверняет этот народ, субханаллах? Неужели тебе не стыдно за своего сына? Валлахи, вы твердо знаете, что все это происходит, но тем самым, но все равно пытаетесь как-то уклониться от этого. Побойся Аллаха, прибереги для себя своего сына. Не продавай его, не продавай свою и его религию за те ничтожные гроши, что они вас одаряют. Или чем они вас одаряют. Валлахи, все это временно. Валлахи, все это иссякнет просто в определенный, такой мизерный, такой короткий срок. Сколько бы вы ни прожили, это будет максимум 100 лет. Что дальше, что после этого? С каким лицом вы хотите встать перед Аллахом? За что вы сражались, когда вас будет спрошено? Когда вас будет спрошено, что делали ваши сыновья? Куда вы их направили? В какое русло? В каком ключе они купались? То есть, где они находились? Что ваши сыновья сделали для этой религии? Что вы ответите? Вы скажете, мой сын защищал Конституцию, пытаясь уничтожить шариат? Вы скажете, что мой сын пытал мусульман, пытаясь защитить грязных русских? Каким будет ваш ответ? Каким будет ваш ответ, когда вы будете спрошены о ваших благих деяниях? Аллахи, ваш пост, ваша молитва, ваш хадж, это не принесет никакой пользы, пока вы не войдете в лоно ислама, пока вы не выйдете из тех мраков, из тех заблуждений, в которых вы находитесь.